Добрый день, уважаемые зрители и гости моего канала. Хотел бы поделиться с вами такой версией по поводу авиакрушения в Иране украинского самолета, где не выжили ни один человек. Считают, что крушение, которое произошло в Иране, это теракт, который совершили российские спецслужбы, ФСБ или внешняя разведка, или подобные какие-то службы, которые причастны к России, и отдал этот приказ Владимир Путин, который заинтересован, и Россия, которая заинтересована в дестабилизации положения на Ближнем Востоке для поднятия уровня цен на нефть, газ и другие ресурсы. Считают, что взрыв, который произошел на борту самолета, а именно на борту, а не извне, произвели российские спецслужбы и агенты. Была заложена бомба или взрывчатое вещество какое-то на борту. Это мое субъективное мнение. Считаю, что Россия виновата в этом взрыве. И хотите узнать, кто виновен в таком преступлении, ищите, кому это выгодно. Ирану это не выгодно сейчас, так как это борт не американский, а то, что это произведено в Америке, Боинг, так это ничего еще не значит. Много таких бортов летает, а сейчас именно подорвали этот самолет. Считают, что и Америке не выгоден этот был взрыв, так как она тоже не заинтересована в этом. Остается только одна сторона, которая участвует в конфликте на Ближнем Востоке в горячей стадии. Это Россия. Россия виновна в взрыве самолета МАУ, принадлежащему Украине. Это мое мнение, и я считаю, что эта версия очень правдоподобная. И взрыв, по моему субъективному мнению, исходя из всех фактов, произошел на борту самолета, а не так извне. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. Жмите колокольчик. До новых встреч. Всем пострадавшим семьям хочу высказать свое сочувствие. До новых встреч!